Oh, yeah. Эх, старый добрый Куба World, сколько бессонных ночей связано с ним, сколько нервных клеток убито, не сосчитать. Эх, ностальгия. Я только что вслух сказал. Даже несмотря на все затраченные усилия, ни мне, ни кому-либо из моих знакомых и родственников не удавалось пройти ее до конца. Самое большое, на что нас тогда хватало, осилить примерно половину всех уровней. Со временем так никем и не пройденная игра отправилась собирать пыль. Но недавно я по какой-то причине вспомнил о ней и о том, как хорошо за ней проводил время, и поставил цель все-таки добить ее до победного конца. Ради приличия. Вышедшее в 1998 году детище шведских игроделов, первое впечатление создать может не самое лучшее. Пляжный мяч катается по примитивному кубическому уровню, собирает ключи и ищет выход на следующий этап, где получает ровным счетом то же самое. Но не торопитесь с выводами! Пусть поначалу и кажется, что игра ничем не лучше бесчисленных мобильных казуалок, интерес к себе способных поддерживать лишь несколько секунд, аддиктивность геймплея Куба World выходит за все рамки приличия. В первую и самую главную очередь она достигается впечатляющим разнообразием игровых ситуаций, которые ставит перед игроком, казалось бы, одна и та же механика. Что же это за механика такая? Ух, на пальцах ее сложно объяснить. Если коротко, в мире Куба World гравитация работает очень особенным образом. Она, как ей и подобает, всегда воздействует сверху вниз. Однако находящийся под вашим управлением мячик может закатываться на отвесную стену и переворачивать за собой весь мир с гравитацией в придачу. Да, если вы закатитесь на потолок и оступитесь, то упадете прямиком в небо. Благодаря такой простой идее, что любая стена может в разных ситуациях служить как полом, так и потолком, банальнейшая задача «собери ключи и найди выход» превращается в форменную мозготряску. Впрочем, Куба World сломать может не только мозг, но еще и руки, благо платформенной составляющей авторы в том числе уделили немало внимания. Все уровни в игре собраны из кубов, по граням которых протагонист, если таковым вообще можно назвать пляжный мяч, волен свободно перекатываться. Также ваш подопечный умеет прыгать через одну клетку и... на этом его способности заканчиваются. Геймплейный интерес подогревается многочисленными препятствиями, то и дело встающими на вашем пути. Среди них чего только нет. Шипастые блоки, разрушающиеся блоки, лазеры, горячие блоки, на которых нельзя стоять больше одной секунды, ледяные блоки, невидимые блоки, мегамен блоки и так далее. Кроме обычных статичных препятствий, периодически будет встречаться всякая хрень, которая очень любит перемещаться туда-сюда, путаться под ногами и мешать пройти по более простому маршруту. Особенно неприятный случай, когда игра прямо намекает на то, что очередного супостата ну никак не обойти, и его можно только перепрыгнуть. В такие моменты все сжимается внутри, поскольку шарик лопается от первого же прикосновения, что приводит к рестарту всего уровня, зачастую очень болезненному. На протяжении долгих 150 уровней, разбитых на 10 тематических миров по 15 этапов в каждом, игра будет испытывать на прочность и ваше пространственное мышление, и ваши геймерские навыки. И чтобы вы сильно не заскучали в процессе, авторы разбавили игровой процесс опциональным сбором различных драгоценностей, благотворно сказывающимся на показатели очков и доводящим порой внутреннего перфекциониста до припадка, а также ввели ограничения по времени. Если с очками и сбором всех предметов на карте все понятно, кроме одного маленького нюанса, о котором речь пойдет чуть позже, то на игровом таймере стоит ненадолго задержаться. Мало того, что 90 секунд, а именно столько обычно дается на уровень, зачастую оказывается чрезвычайно мало, чтобы успеть сориентироваться в новой обстановке и выработать стратегию, так еще и пауэрап, восстанавливающий время, может подложить свинью.
Строго говоря, он не восстанавливает время, а просто переворачивает песочные часы, независимо от того, сколько секунд в них уже просыпалось. То есть, если вы перевернете наполовину пустые часы, то получите наполовину полные. А если вы умудритесь взять повара при полном времени, вы окажетесь в полной заднице. Второй метод, к которому прибегли разработчики радиовеселения геймера – бонусные и секретные этапы, на которых можно насобирать тонну очков и просто немного отдохнуть от головоломок. Чтобы попасть на бонусный этап, нужно собрать на обычных уровнях 5 фруктов, которые порой прячутся довольно хитро и требуют для нахождения какой-то особой тактики. Поскольку на каждом уровне может быть только один фрукт и никак иначе, всего за игру можно посетить до 30 бонусных этапов. Еще один кошмар для перфекциониста. Сами бонусные уровни отличаются от обычных тем, что для их прохождения нужно пройтись по всем блокам. Что же касается потайных уровней, то, с ними все очень запутано. Их на всю игру приходится всего 10, по одному на каждый мир, если быть точнее. И наткнуться на них можно лишь случайно. Порталы, ведущие на секретные этапы, внешне похожи на обычные выходы, но бледные. Однако небольшая деталь делает их просто неописуемыми засранцами. Они невидимы до тех пор, пока вы не соберете все ключи на уровне. И даже если взять все ключи, остается их еще найти и не перепутать с теми, что ведут просто на следующий уровень. Но и это еще не все. Как-то так получилось, что найти все 10 скрытых этапов можно только в японской версии игры, носящей заголовок «Kula Quest». Разработчики что-то перемудрили с порталом номер 9, расположив в американской версии его там, куда физически невозможно попасть. А в европейской версии они его и вовсе забыли добавить. Так что, если вы всерьез вознамеритесь пройти игру на 100%, берите японскую версию, поскольку ни в одной другой вы этого сделать не сможете. Ну, по крайней мере, без читов. Японская версия игры вообще получилась значительно более проработанной. Тут вам и туториальный уровень, на котором можно испытать подавляющее большинство препятствий, и более продвинутая система подсчета очков, показывающая, какой процент онных от максимального игрок собрал на уровне, и расширенная концовка, о которой мы поговорим чуть позже. Не то чтобы отличий как таковых много, но играть в нее все-таки приятнее. А еще эта игра сложная. Действительно сложная. Казуальная мимолетность первых обучающих уровней быстро сходит на нет, после чего Kula World начинает ставить игрока перед головоломками одна другой краше. И если первые 3-4 мира с горем пополам еще поддадутся, со временем творящееся на экране безобразие окончательно выйдет за пределы понимания, оставив вас наедине с мыслью «Да как это вообще можно пройти?». Казалось бы, никто не запрещает форсировать сложные этапы методом проб и ошибок в надежде, что логика в их прохождении всплывет сама собой. Однако не все так просто. За каждый бесславно лопнувший или улетевший в космос мячик с вашего игрового счета будет взиматься некоторая сумма. И как только ваш общий счет станет отрицательным, игра окончена. Возможность сохранять прогресс через каждые 5 уровней помогает, но не сильно. В определенный момент может так случиться, что вы сохраните игру с таким мизерным количеством очков, что первая же смерть приведет к гейм-оверу. Поэтому очень рекомендуется следить за счетом и не позволять ему стремительно падать. Мало знаете ли удовольствия в том, чтобы после долгих мучений начать всю игру заново только из-за того, что сохранились тогда, когда делать этого совсем не следовало. Но 150 уровней — это не единственное, что может предложить игра. После их прохождения открывается режим с говорящим названием Final, включающий в себя 20 этапов повышенной сложности. Там нет ни бонусных этапов, ни секретных, однако прохождение этого режима без посторонней помощи уже сравнимо с маленьким чудом, поскольку кошмар, который там творится, выходит далеко за пределы значения слова «сложно». Хорошо, что для прохождения они не обязательны, иначе игра спокойно бы перешла из категории Tough в Unforgiving. Кроме обычного прохождения, можно попробовать свои силы в режиме Time Attack, где все решает не количество собранных очков, а то, как быстро вы сможете собрать ключи и добраться до финиша. Этот режим я называю Puzzle Rally, поскольку теперь вы должны будете соревноваться с лучшим временем на каждом уровне. В конце каждого мира будет подводиться итог того, насколько сильно вы отстали от лидера или опередили его по общему времени.
Если опередили, то переходите в следующий мир. А если же вы отстали, то вам будет предложено переиграть любой из уровней до тех пор, пока вы не улучшите свое общее время. На выбор игра предлагает три режима сложности. Причем на харде гайки так закручены, что даже при идеальном прохождении вы долгое время будете идти с лучшим временем нога в ногу. Последнее, на чем хотелось бы остановиться, саундтрек. Пионеры шведской электронной музыки Twice MN впервые попробовали себя в роли композиторов для видеоигры, и результат получился по меньшей мере своеобразным. Саундтрек Cool World – явление, набитое парадоксами. Он монотонный, но не утомляющий. Он минималистичный, но разнообразный. Но именно этим он почему-то и цепляет. Не покривлю душой, если скажу, что добрая треть всего удовольствия от игры произрастает из ее же собственной музыки. Такое обилие монотонных и чарующих мелодий привело к тому, что обычная бессюжетная игра-головоломка вдруг стала цеплять атмосферой. Интересный факт. В ранней бета-версии Cool World, которую можно найти на одном из демо-дисков, засветилась композиция, так в итоге и не попавшая в финальный релиз игры. Звучит она определенно в стиле творчества Twice MN того времени, но сейчас можно лишь гадать, что это вообще было. Лично я допускаю мысль, что композицию запарковали на определенном этапе разработки из-за того, что она либо стилистически не подошла игре, либо сами композиторы не пожелали ее видеть в релизе. Вряд ли это была простая заглушка. Больно уж хорошо трек проработан для такой роли. Но одними только Twice MN саундтрек, как ни странно, не ограничился. И снова отличилась японская версия игры Cool Quest, для которой Sony Computer Entertainment, занимавшиеся ее распространением у себя на родине, внезапно расщедрились и смастерили несколько заключительных CG-заставок, чтобы, видимо, финал ощущался именно финалом. Конечно, датчик что за нахометра от их сюжетной осмысленности рискует зашкалить, но нам интересно другое. Внутренние композиторы Sony, Масамити Сэки и Коити Ямадзаки, написали для них собственную музыку. Не похоже, правда, что они пытались как-то соответствовать общему настрою оригинального саундтрека, но не скажу, что их трекам это как-либо навредило. Получилось сюрреалистично, но по-своему атмосферно. В общем, под стать видеороликом. Отдельно от игры, саундтрек воспринимается как отличная фоновая музыка. Здесь на руку играет то, что повествование даже самых энергичных композиций развивается очень медленно, поэтому музыка совершенно не отвлекает от основных занятий. Монтирование этого видео, например. Жаль, что официальную пластинку так никто и не озаботился выпустить, поскольку качество аудиофайлов для игры изрядно сплющили.
В итоге мы имеем очень приятный и, пожалуй, наркотически опьяняющий пазл платформер, который и по сей день играется хорошо благодаря интересной механике и несколько причудливому, но цепляющему саундтреку. Если у вас есть достаточно мощный телефон или планшет, рекомендую попробовать в нее поиграть через эмулятор. Cooler World, несмотря на свой возраст, может на равных потягаться с доброй половиной мобильных пазлов.